Джессика гавкает. Нас. Все привыкла на дереве какать. Все дерево какало. Так, работники приехали. Я быстрее купаться, одеваться. Вот этот цвет намного круче. Вот этот по-своему, но светло мне больше. Смотрел видео с бабушкой. Честно говоря, растрогал. Бабушку мою напомнила. Пойду зайду к бабуле. К нянек. Все бабули почти одинаковые. Все нуждаются, как дети, в помощи. Они же старички, как дети становятся. Беззащитные. Вот пойдем. Редко захожу на самом деле, но вот сейчас я видео посмотрел, аж бабушку напомнил. Вон она. Директор наш. Да. Бабуля, бабуля моя. Как здесь хорошо и спокойно, а? Чуть прибрался. Ай, сколько бабуля радости приносила. Я говорю, старики и дети, они такие светлые. Вот это моя... Это моей мамы мама. Ненек. И вот ее очень люблю. Дедушку своего бабуга, папиного отца люблю. Вот к ним у меня прям особый трепет. Вот так вот, ребята. Все хорошо будет. Так, мы побежали дальше, ребятки. Давай, Ненек. Ненек была просто герой. Все, идем дальше работать. Блин, это видео, я честно, аж напомнила почему-то. Не забывайте своих предков. Еще мезмамак у меня тоже есть. Папина мама. Андрей Урпиар. Да. Не знаю. Молодежь вас касается, не забывайте. Мы молодые, мы должны помнить это все. Чтобы передать следующему поколению. Это очень важно.
не забывать свои корни. Попробуй отпустить эту ногу. Тихо, тихо, тихо. Нравится. А вроде нормально. Молодец, детка. Все, все, тихо. Она после волков чуть на чеку. Ух, стойка такая. Ну ничего, ничего. Главное, Багира молодец, да? Как будто она вот после боев вся такая, это, раз такая, замученная, да? Девочки течь, наверное, собираются, поэтому тоже так обращаются. Смотрите, поняла, что в стае тут надо свое место иметь. Багира вообще ноль внимания, видали? Интересно, обычно она такая сюда. Вдруг что на чеку. Она не хочет вообще комплект. Все, не прыгай, не прыгай. Так я не буду, конечно, отпускать. Это чисто так. Знакомство. Ну, молодцы. Так, сильно не облизывайтесь. Ладно, я не думаю, что все так критично плохо. Но. Ну, ты умничка. Но. Родинка у тебя такая. Ну, снизу. Ну, зачем прыгать? Ну, вот тебе приятно, когда на тебя буду прыгать? Приятно? Нет, да? Вот так же и мне. Иди сюда. Не прыгаем, просто гладим. Гладимся. Так, ладно, пусть побегает. Потому что она не конфликтная, но после волков видали, такая чуть-чуть на дыбах. Ну, мои молодцы. Чужая сука взрослая. Смотрите, как реагирует все. Потому что в моем дворе добро. И это все чувствуют. И все знают. Поверьте, была бы другая обстановка, тут вот такого бы не было. Тут месиво сразу было. И не приняли бы даже через клетку. Ушки, когда мы тебе будем делать? Ушки, ушки. Тихо, тихо, ара. Да успокойтесь. Ушки надо заколоть обязательно. Молодец, Джессика. Молодец, Джессика. С Ярой не буду отпускать. Это будет нехороший момент. Нехороший вариант. Так, уши хочу заколоть. И все, мне на размеры здания. Все, вот некогда, честно, собаками сейчас заниматься. Все, все, все. Сразу такая красивая становится. Вниз, вниз. Закололи ушки. Красотушки. Все, смотри. Все, видите, уже агрессии меньше. Ну, в смысле, страха у Джессики. Все, молодец. Молодец, Джессика. Красивая. Красивая девочка. Все, да, чисто. Чистые вот мусорные движения. Поскулить. Это от этой пришло. От були, от були. Все, тихо, тихо. Смотри, какая стали красавица. Красавица. Ой, на десна бахаются, пипец. Ну, я главное про глистогонию еще раз буду глистогонить. Все, 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 все. Все, тихо, не прыгайте. Молодец, батя. Багирка воспитанный. На фоне других сразу понимаешь, что твои воспитанные. Только поняла, по-моему, что это чужая сука. Багира у нас как кобелек. Так, ладно, Багира никогда не дралась, поэтому... И это никогда не дралась, поэтому... Даже, чтобы им схватиться, ну, прям уже сильно, они должны хоть раз понимать, что такое драка.
Поэтому их даже в случае чего легко будет растащить. Араб! Не трожь ее уши. Араб! Кстати, Бонита в росте приостановилась, а раб-то пошел выше. Ну все, все, молодец. Главное про глистогонил. Просто 2 недели ее держать было в загоне тоже. Не хотелось. Короче, она волков будет ненавидеть, а питбули любить, потому что волки на нее напали. Честно говоря, вот это вот облизаловки их не меня бесят, что она не совсем, да, обрабатывалась. Джессика, Джессика, эй, красивая. Низкая, широкая, я говорю, она сейчас придет в себя, она очень даже такая коренастая, прикольная сука получается. Мать. Ну, классно, сука, бы тут видеть. Так, ладно, мне надо бежать. Ты мой головастик, мать. Я тут с пацанами меряюсь для проекта. Стоят, рычат, умные. Тихо. Суки. Течь собирается или что, рычат начали. Эти да, рычит он. Молодец, нельзя. Молодец, Муска, молодец, Муска мой. Молодец, мой мальчик. Видите, он на расслабоне, Муска чуть на мой злой, мой. Ух ты, богатырь какой у меня. Ты какой богатырь у меня. Переживай. Переживай, близко к сердцу берет. Напади. Ты мой пупсик мой, ребёночек мой, здоровый мой. Вы тоже мой пупсик, сейчас отпущу. Вот это красота. Идите, Валер, спать, яр. Вот честно говоря, с Бонитой кайфую. Что за у неё мордаха? Я вот кайфую от её любого движения, вот честное слово. Не знаю почему. Но я кайфую. Всё, тихо. Ой, надо на удочку позвонить. Блин, ладно, мне размер, у меня батарейка просто села, поэтому дальше надо делать. Один вымеряю и надо... Ай, дурак, всё же по животу мне врезал. Охреневший. Ого, ты высокий стал. Ого, ты высокий. Нифига себе. Я арабио, да? Ты арабио, ты арабио, арабио, арабчик мой, армянчик надо бы тебя назвать, был бы, да-да, жиган, ой, вот кайфую я с этой девкой, и не прыгай, ну давай отпустим, надеюсь без драк. И что, стейки у нас есть? Неси. Молодцы. Видите, у меня не ревнивые собаки. Все. Идите бегайте. Так, стейк один там есть. И что, пацаны помогут? Я не думаю, что будут драки какие-то. Все, пусть играется. Бонитка это вообще вот, ну честно, люблю ее просто вот. Умничка. Багира сразу, видите, такая серьезность включает. Включает серьезность. Ну вот Бонитку. И Бусинка очень умная девочка, очень любит ласку. Бусинка подходит, прижимается ко мне вот так. Типа погладьте меня. Погладь меня. Ты что, если бы это был бы кабель, я бы никогда так не отпустил. Я раньше спайка отпускал еще. Кабелей привозили тут. Тоже пристраивал.
У меня есть видео, потом увидите. Они вот здесь бегали. Ну как, тот что-то рыпнется, Спайк уже взрослый более был. Киара была уже подрощена. И как бы еще нормально. А вот сейчас сказать. Весь крест. В смысле, а сейчас не, вариантов не, все, вот так просто на поводках еще, ладно, там, гуляешь, когда, ну, мои не прыгнут там на поводке, ничего, даже без поводка, скажу, нет, ну, лучше не экспериментировать. А это, да, да, ну, все, да, отстань, не, буду по морде сейчас, по морде буду трескать, прыгаешь постоянно одной... Постоянно прыгает, постоянно. Хуже моих. Вот она кукла. Посмотрите. Вот это разве не кукла? Ну вот эти вот морды. Вот это. Да подожди, раб ты задолбал, уйди отсюда. Да, успел он лопму облизать, пошел я умываться. Ну пипец, блин, ну пипец. Задолбали, облизывай, прыгают. Идите вон, работников облизывать. Задолбайте. Так, у нее покрасения уменьшились, ребят. Я ничего не делал. Вот то, что делал, делал. Сразу умненькая становится возле чужих прикол. Типа я такая, всякая. Умница такая. Ну и зачем прыгаешь? Багира такие вещи не любит. Сразу чуть холочка отбил. Миссия, миссия. Ну зачем ты прыгаешь на меня? Багира, она дружелюбная сейчас к ним. Ну, имею в виду, вдруг чего не так, Багира долго думать не будет. Застрял. Ну, вот такая ты мне нравишься. Да, ты не прыгаешь. Все хорошие, все хорошие. Ну все, она не прыгает на меня, задолбал от ее. Ребят, честно. Я не люблю невоспитанных. Моим хоть скажу не прыгайте. Через раз прыгать, да это подряд прыгать. Ну, бонитка, это просто прелесть, я отвечу. Смотрите, Багира как по-другому себя ведет возле сы. А так она вот так не стоит, она сразу тоже прыгать начинает. А тут ты что, сама серьезность так. И это, и дружелюбная очень. Молодец, Багира. Так, все, дружите, это хорошо, что вы дружите. Но Бонита, это вот моя любовь. Ну любовь она моя, ну такая вот любовь мою. Ну любовь ты моя. Хотел зарычать, увидела, что Багира промолчал. Багирка, наша взрослая, молодцы. Мои питы не ревнуют, честно. Нету такого ревности какой-то. Кстати, зубки у него хорошие. Смотрим. Подожди, да, я посмотрю зубки. Подожди, да, я гляну твои зубки, говорю. Да подожди, потому что, во-первых, так она ни с кем не дралась. Смотрите, вот она не на сухом, да, кур? Подожди, говорю. Вот мне интересно, говорю. О, тут есть блячки наши. Подожди. Подожди. Зубы, зубы, зубы. На костях сейчас глянем. Подожди, говорю. В принципе. Ну, пойдет, скажем. А, ну подожди, еще один. Подожди, ра. Да подожди, говорю, ты тоже. Стой. Блин, я смартнулся. Стой, подожди. Подожди, говорю. Опа, тут. Подожди. Все, свободно. Пойду руки помою, моюсь. Не могу, я стал чисто плотный. Или был, или стал. Это что? Это она нашмыгла мне на камеру. Все камеры или дождик, или все. Фу, блин. Опа. А хоть бы позвонить. Да, уйди, 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 уйди.
Ребят, септик привезли. Джессика! Джесси! Джесси! Иди сюда! Джессика! Они в том вольере выросли. Джесси! Джесси! Иди сюда! Молодец! Джессика! Джесси! 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 Она вспоминает, у нее ностальгия просто. Ностальгия. Да ладно, мне закрывать просто. Это мое хромое. Ничего, все хорошо. Все. Пойдем, арабик, я закрою. В другие. Низ. Низ. Араб, блин. Нет, араб, иди, блин. Багира! Багира, иди сюда. Багирка, моя девочка, моя умница. Багира, иди. Молодец. Так, я просто не ждал этих колец. Поэтому что? Так, ну хочешь с ними, иди, чтоб тебе скучно, хрен с ними. А вообще я знаю, я что сделаю. Я хочу Бониту отделить, чтоб с ним. Идите. Барби, иди, вали. Барби. Барби. Барби! Барби, иди сюда! Молодец! Да ты моя девочка! Да ты моя солнышко! Молодец, иди, Барби! Не, все, давайте отдельно закрываем. У, все, пойдем, девочка, молодец. Так, я только руки помыл, умылся, не трогай все. Не, я буду, ребят, с Игли с тобой не второй раз, потому что она все равно контактирует. Личинки там остались, если были без... Девочка, вали, вали! Джессика, Валер, Валер, молодец. Какие все, вы у меня умные. Вот почему у нее такие слюни, вот я боюсь, если честно, блин. Видите, слюни текут. Надеюсь, ничего страшного. Видали, какие септики. Диаметр 1,60 м снутри. Тут 10. С Белореченска возят, у нас здесь беспонтовые, говорят, сетку слабую ложат. Плюс здесь крышка 15-я будет, а здесь 7 сантиметров в широнске. Короче, я побежал дальше. На арматуру не наступаем. Может, она кушать, когда хочет так делать. Молодец, молодец. Мои умнички какие. Так, сейчас дайте, я завтра септик делаю. В смысле, повезти хочу. Майкоп, общие анализы все сдать, ну его нафиг, чтобы быть спокоен. И на бешенство тоже, на всякий. Ребята, кто думает, что она рожала, она не рожала. У нее ложные были беременности, все. Никого даже, ну, не подпускалась она никому, 100%. Просто у нее состояние такое. А может, на мотоцикле возьму ее с собой? А мы пойдем. Поехали. Пойдем, пойдем. Посмотрим. Потому что она безопасная. Пусть хоть моя мечта сбудется. Без поводка, без намордника, как я раньше делал со спайком. Катался. По хутору он за машиной бегал. Дуся вообще охреневшая. Не кушает, прикол. Она или Дусю еще не заметила. Или все равно на Дусю. Че, поедешь со мной? Сейчас сюда закрепим, наверное. Поехали. Джесси! Джесси!
Она такая прикольная сука, если честно. Она бежит такая прикольная, знаете, такая широкая такая. Так. Я здесь, подожди. Тетя Люс, тетя Тань. Что за домовушка? Охранница будет в магазине. Давай держись. Поехали домой. Там собака бежит! Аккуратней! Блин. Джесси! Молодцы у нас. Люди попросил. Аккуратненько проехали. Вообще так нельзя делать, потому что завтра что-то случится, я буду виноват. Я больше всего этого, ну, боюсь, потому что это частое явление. Джесси! Ай, молодец! Ай, Дуська, молодцы мы. Ай, молодец. Смотри, какая она классная. Молодец, Дуська. Молодец, Джеська, молодец. Молодцы. Вот так. Побегали, позанималась. Чего? 2 недели тебя не узнали. Ну ладно, месяц. Да не, это уже у других пусть хозяев его не узнать будет. Так, я батарейки взял. На зарядка там сел. Молодец, молодец, Джеська. Да, преданно, бежала ты за мной. В лес скоро пойдем. Подсохнет, пойдем, если стройки не будет. Возьмем щенков, тебя. Можно еще багиру на всякий. Хотя опасно уже с багир. Иди, Валер, молодец, отдыхай. Рыцарь Колобок. Пошел, как лунил. Писался в бочину. Вот она течет, а я врекнул внимание. Короче, если будут щенки, я не виноват. Потому что вроде все по-тихому. Надо отпустить кабелей питбули, посмотреть, она реально течет или кажется. Ну, вообще у него кровь там течет. Тише, ара, пискля долбаная. Молодцы это, Бонита. Ну, я из тех, кого оставляю. Бонита, Спайк. Кто не пищит. Бонита и Спайк, вот они реально не пищат никакой. Киара, в принципе, тоже. Да, в принципе, все по чуть. Самое большее это араб. Пищит и все, в принципе. Ребят, не забываем. Джессику в хорошие руки бесплатно. Главное, чтобы любили. Если надо, лечили.
понимали, что на это тоже нужны деньги, на хорошую кормежку, восстановить ее, как говорится, обследовать. Но я сделаю, пока она у меня, все, что надо. Может, дальнейшее понадобится. Может. Ну, в общем, и ссылка в описании под роликом, под каждым роликом, там, где можно приобрести щенка, по этим номерам можно и по поводу Джессики обратиться. Если хорошие руки, отдам бесплатно. Но еще раз, надо, чтобы любили люди животных. Потому что питбуль, он близок к человеку, ему нужна вот эта вот любовь человеческая. Вот эту мартышку я обожаю. Обожаю эту мартышку. Эту мартышку обожаю. Обожаю я эту мартышку. Моя мартышка. Моя мартышка. Мартышка твоя. Моя королева питомники, самая настоящая. Обожаю я Люн. Колобкотози, 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 колобкотози. А Люнку вообще обожаю. Молодцы. Так, идем дальше. Работаю. Вот хотел сегодня утром, ребят, сделать кошкам вольер начинать. Как? Вот как? Все размеры пока вымеришь, пока то, пока третье, пока десятое. Вот у меня времени нету, чтобы сосредоточиться на чем-то одно. А где мои листки? А, там все, фу. Лес, лес получается. Так, так, ну что, поехали дальше. Да этот сел у меня. Так, начинаем дальше. Значит, я мерю фермы, а тут Снежка. Снежка! Кс-кс-кс-кс. А ну давай домой. Гуляет со вчерашнего вечера. Снежка! Кс-кс-кс. Охотится, охотится. Снежка! Снежка, иди сюда, девочка. Кс-кс-кс. Все, иди, моя. Не успела меня услышать, уже об траву трется уже. Кс-кс-кс-кс. Пойдем, пойдем. Кс-кс-кс-кс. Иди, моя девочка. Снежка! Кс-кс-кс-кс. Снежка! Снежка! Снежка, я здесь! Ой, Снежка! Моя девочка моя, иди домой! Снежка, иди сюда! Молодец! Чуть отходим, чтобы она за мной пошла. Снежка! Пойдем кушать. Молочко там, что там. Короче, как зайдет, так и закрою. Все, я дальше мерить. Дуська молодец. Не взялся. Зугал. Как его называется? Компот из зугала. Вот чисто с компота вот этот зугал люблю кушать. Ну, скажите, как по-русски зугал. Блин, кизил, наверное. Авторитет хутора прибежал. Молодец. Муса кашляет чуть-чуть. Пойду ему теплю. Но я боюсь, что в хроническое не перешло. Тише, тише. Думаю, может... Да уйдите, ну! Бэ! Думаю, может это... Или... Вот, с
Очень характерный, да? Хороший. Да. А я при чем тут? Вот вред. Да, кроссовки. Все, кроссовки. Да, блин, за... Мне 41% глохнет. Плевал это GoPro долго. До 60 доходит, до 70, я меняю батарею. Пойду поменяю. Сейчас сделаю, чтобы им потеплее. Хотя сейчас теплая ночь. Я вот думаю, может ему тоже антибиотики подавать, что в хроническое не перешло. С вечера начну ему как спайку, утром вечером давать антибиотики. Ну, вообще сейчас узнаю, позвоню. Может один раз ему хватит. Если нет, два. Вроде ничего, но все равно, знаете. Заберите. Короче, что-то пришло нам в Азоне, скорее всего. Покушать это пришло. Аж Олег отправлял. Так, а не, пойду чуть утеплю, чтобы меньше ветра было. Сейчас займусь. Потому что я кошкам все... Бля, араб уже выше багиры, прикол. Уже выше матери. Тише, тише. Ты балда моя, ты балдушка моя, балдушки. Сейчас я хочу вот тут закрывать. Вообще лучше, ну, с этой кими она все порвет. Вот, вот здесь поднять и вот здесь закрыть. Все, начинаем работу. Это хрен с ним, главное, чтобы будки снизу, видите, проскрыть. Все, давайте поперли. Ух. Наточили карандаши. Короче, будем заниматься. Они как чувствуют, а? Я их, они меня. Все. Надо, чтобы меньше болели, надо физическим спортом заниматься, одним словом. Давайте сейчас приступим. Всю банду. Вот так вот хотел сделать, он все вытащил. Но потом жалко, думаю, надо заниматься. Нет. Нет. Я Киме, знаете, что говорю? Я говорю, нет, ты чё? Я Киме говорю, угомони свой рот. И сам потом порвал. Да. Я подкрутил. Ёб твою, что ты не хочешь? Ты что посмотришь? Вот так вот. Я говорю, если бы у меня такая жена была ворчливая, нет. Нет, вот ты получше, нет. Возьми. Так, стоп. Возьми. Хорошо. Ой, мама, чё. Все, я выключаю. Все, время засекаем. 10 минут. Работаем, малыши. 10 минут. А я пошел тоже работать. Хорошо. История о том, как нельзя начать работать, теперь туда позвали. Пипец, а ну как бы. Мне сегодня Камал говорит, я не завидую твоей работе. Не могу сосредоточиться на чем-то одно. Надо задачу ставить, хотя бы что-то одно сделать животным за день. А то всем, конечно, я не успею, буду нервничать. А так вот, полчаса появился свободно, пошел сделал хотя бы один вольер. А так удобно, а так не вариант, что все бросить и заняться. Вот у меня еще столько важных вещей было на сегодня запланировано. Все, и время улетает, и у меня и не дают мне... Тут надо, знаете, в 5 часов подъем, в 5 утра подъем, чтобы успеть что-то сделать, собаками позаниматься, потом настройка,
и ложиться. Хотя сейчас рано темнеет. Посмотрите, какая красота. Вечер классный, подсыхает, аж приятно становится. Молодцы, молодцы. Молодцы. Диму удлинить. Это мы взяли. Лобзик берем. А удлинитель где? Пепперони. Сегодня длинное, да, видео, ребят? Осталось вам легкие тренировки. 2,5 минуты осталось. Работа. Хорошо. Вот это, ну вот она сила. Ай, хорошо, малый. Ай, хорошо, Кимка. Хорошо. Лево. Это вот от носа до кончиков лап. Все мышцы. Вот энергия, сила. Все, краткий обзор был. Поехали дальше. Пока удлинитель возьму, что кошка у нас живет. Что это ты лапу, подожди. Не хромаешь? Вроде нет. Тоже бегать заставил. У него лапа, блин. Нездоровая бегать с ним. Пока одну порезал, уже будильник зазвенел. Поэтому, молодежь, я бы еще покидал мяч, честно говоря. Прям вот хочется, чтобы побегали. Просто с кими побегать. А, мячи все спать сожрал. И все, что мне кидать? Мама. О, кажется, есть что-то еще живое. Оставь. Пуса. Все, вслед. Оставь. Смотрите, легкий отчай. Стоп. Оставь. Бус. Нет. Да я не... Кимми! Дура, об меня куда? Оставь, говорю! Оставь! Нельзя! Бля, тут не пищит. Иди сюда. Муса, иди сюда. Нет! Иди сюда! Кимми! Муса, сюда иди. Иди сюда. Иди сюда, Муса! Муса, иди сюда. Кимми! 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 Стоп, тихо. Кимми! О, угомонись. Кимми сейчас получше. Ха-ха, Кимми. Вот лишь бы не подрали. Кимми! Ах ты, сука, взяла его прям за ногу. Сейчас смотрите. Блять, сука. Что такое? А ну-ка успокоилась. Стой, Муса. Стой. Вот, аж. Я тебе сейчас бошку твою пробью, нахер, дура. Угомонись. Стой. Сюда иди. Кимми, иди сюда. Стой. Ты понимаешь, говорю, а? Ты мозг свой включать собираешься? Успокоился, спокойно работай. Давно не занимались, ты посмотри. Муса, иди сюда. Муса, сюда иди. А ну, говори. Муса, иди сюда. Попробуй, я тебя отлуплю. Пальни. Попробуй Мусу тронуть. Ты что, его за яйца? Ну пизда я сейчас, извини. А стой! Стой! Сучка! Она его за яйца, что ли? Муса, иди сюда! Получил у меня хорошо. Попробуй еще раз в утру. Муса! Возьми. Оставь. Ты не поняла, говорю, меня?
Что, сумасшедшая, а? Угомонилась, блин. Я его в детстве не воспитал. А ты... Ты меня уже слышишь, ты? Вообще безбашенная. Возьми. А ты что, охерела? Чего его хватаешь, а? Отстой, говорю. Сюда иди. Иди сюда, Кими. Ты меня, говорю, поняла? Ты меня, говорю, поняла? Вот это называется, вовремя не воспитал. У него в азарте тормоз за шарики за роль. Сучка ты такая. Попробуй его тронуть, а там же... А я там же ушатаю, блядь. Принеси сюда. Хорошо. Принеси сюда. Муса, нет. Принеси. Кими. 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 Принеси, возьми. А иди сюда. Хорошо. Иди принеси. Молодец. Молодец. Оставь. Молодец. Тебе мальчиком на обороте. Ах ты, сучка, ты как? Да ты посмотри. Ты кого трогаешь? Да ладно, за ногу херачит. Стой. Стой, говорю. Ты чё? Я уже потный. Это она получала у меня конкретно. Оставь, молодец. Она вообще по барабану. Хорошо, принеси. Молодец, Ким. О, я не собирался, молодец. Принеси, оставь. Оставь. Я не собираюсь таскаться. Зато сразу понял. Один. Хорошо, Кими, молодец, Муса. Все. А то 4 раза подряд его хватало. Фу, я весь вспотел от них. Принеси, Муса, принеси сюда. Оставь. Оставь. Не с питами, чтобы заниматься на самому спортсмену. Хорошо, блин. Хорошо, принеси. Принеси, Кими. Ребят. Хорошенько получила, не пробила. Кими, сюда, Кими. Кими, принеси мячик. Вкинула ведро. Муса, принеси мячик. Где мячик? Кими, принеси. Ай, молодец. Нельзя, Муса. Кими, принеси, молодец. Молодец. Ей надо отвечать. Оса, подраться с какой-нибудь... Или лучше с кобелем. Таких сук нету просто. Мой. Уже или Муса боится. И... Молодец, Кими, принеси. Вот так их надо драконить. В смысле, выгонять. Кими! Кими, принеси мячик. Хорошо, Кимка, иди сюда. Давно не бегали, смотрите, как они стоят. Раньше, блин, бегали как. Муса, мяч принеси. Хорошо. И подпили. Ну, принеси. Сегодня больше ни с кем не занимаюсь. Здесь пот. Хорошо. Пани. Муса, вперед. Муса уже ее боится, прикол. Муса уже боится. Хорошо, принеси. А это вообще похер на все. Принеси, принеси, принеси. Сейчас сделаем так, чтобы Муса первый взял, посмотрим. Хорошо, принеси, оставь. Молодец, молодец. Спокойно, мозг включаем, мозг. Мозг включаем. Кими, Кими. Сюда не было, головой шлепнулся друг от друга, там были уже два. Возьми! Вперед! Ищи! Ищи мячик, ищи! Ищи! Спать сейчас! Ищи мячик! О, все, спать завел. Ищи, 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 ищи! Хорошо!
Хорошо, Муса, принеси, молодец. Все, уже лучше, сейчас еще раз, уже не трогай. Хорошо, Тимка, молодец. Оставь. Я сам так питбуль становлюсь в такие моменты просто. Хорошо. Возьми, Муса, перо. Он ее боится еще. Хорошо. Извиняюсь. Так, все, им хватит. Все, вроде чуть поняла, ребят. Ну это я говорю, такого у меня собак не было, чтобы настолько непробиваемая была вообще. Еще и сука надо. Где мячик? Просто оставь. Уйди. Все, давайте. Прогулочка просто. Успокойся. Настолько азартно. Это в тиме пошла. Азартом без башни. Все сказал, все, угомонись, успокойся, по-другому не прокатит, ребят, по-другому это будет крышка. В детстве не дал ей воспитание, а сейчас вот с ее безбашенной, но она вообще безбашенная. Ты что там делаешь? Угомонись тоже. Молодцы. Все, отдыхайте, идите гуляйте, все. Там воды нет, можете. Смотрите. Оба сидят, не было, думают, блин, жарко. Ну, в смысле, они толстые для таких занятий сейчас. Выходите. Знаете, что? Я перегрел. Блин, извините, все, вроде немного. А, мы занимались, еще и потом побегали, все, понятно. Вот это, дуры. Все, Муса, пойдемте, и плиты приехали, плиты. Пойдем, некогда. Муса! Пойдем. Вот так вот успей. Поэтому говорю, никаких много собак. Ну нахер, честно говорю, это нереально. Просто. С питбулем, чтобы позаниматься с одной собакой, это надо пару часов, а тут их... Усё. Сколько уже? 8 привезли. Такая ядерная сила, что если вот ты будешь, я хотел сказать, вот буду вас мучить, возьму тебя на мотоцикле, побегай, чтобы офигел от жизни, а потом говорю, она что, восстановится, потом будет еще больше просить после таких занятий, понимаете? Надо норму одну соблюдать, там занятие в день там 20 минут, все, чтобы излить эту дурь, потому что это монстры, вы не представляете, я когда со Спайком занимался, он целый день занимался. Когда я перед боем хотел его поднатаскать хорошенько. Ребят, он не уставал. Я уставал, а он нет. Я просто там то ему кину что-то. Целый день мы тут все пацаны в шоке были. Откуда? Он был в весе хорошем, в смысле не толстый. И поэтому эти ведь устают, а он не уставал, потому что он, ну, в питвесе, скажем, был. Поэтому это реально аппарат. Если с ними заниматься, их можно раскачать. Нет. Солнышко вылезло, идем. Вот Кими получила. И жалко ее, но по-другому никак. Кими на миске. Кими у нас особенный. Молодец, моя девочка. Мышцатая. Машина. Я говорю, это машина просто с характером. Нельзя вот так вот делать, чтобы тепло не уходило снизу. И тряпочку. И вот эту дырку закрою. Уже будет хорошо. Это чтобы закрыть, мне надо ткань такую, у меня нету ее пока. Кими, стой. Устали, молодцы. Это как обычно. Это и пофигу вообще, на ругай, не ругай. Этому сразу молодец. Вот смотрите, после того, как получила, она хорошо получила. Ей все равно, молодец, мальчишка. Мне с одной стороны этот характер нравится, что ей по барабану, она чё, как она дальше на своем. Просто воспитывать надо вот с детства. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, раз, два, раз, два. Ну все, отлично. Три. Начинаем дальше занятия. Жалко. Здесь хотят заниматься.
опять спайка с Киара пишу. Да. Вот еще у людей появляются ну, такие выражения, типа, вот огонь, ты не занимаешься. Я так и все для них делаю. Питомник. Угомонились. Просто сейчас такой момент, когда реально не могу заниматься особо с собак, но надо. Надо режим, надо рано утром прям вставать, рано. Потому что стройка начинается, все, я не могу сосредотачиваться. Так, отпускаем, ребят, я буду работать. Я буду работать. Слушайте, один мячик. А, я же забрал. Я буду работать, пусть они сами занимаются. А нет, мячик. А давайте мы на мячи перейдем сейчас. Стоп, стой, стоп, стоп. Кер, стой. Стой, говорю. Нет. Нет. А иди сюда. Пусть побегают. Для легких лучше бегать. Тихо. Успокоилась. Успокоилась. Пошла, мама. Хорошо, Киара, принеси. Пока спать. Оставь. Хорошо, Киарка, оставь. Оставь, малыш, оставь. Оставь. Стоп. Успокойся. Багира! Спай, ты что теряешь? Перебегай. Хорошо, Киарка, хорошо спать. Хорошо, оставь, Киара, оставь, оставь, оставь. Хорошо. Возьми. Киара взяла, ребят. Сноровку потерял. Хорошо. Он слишком быстро бежит. Оставь. Оставь. Возьми. Куда я кинул, а? Хер знает. Опять она взяла. Он что, вообще что ли? Хорошо, Киара. Спайк, ты чё? А ну сосредоточься. Киара молодец. Оставь, Киара. Оставь, Киара. Оставь. Оставь. Хорошо. Пойди. Если ещё. В смысле, что он делает? О, хорошо. Сноровку хочу. Спайк принес. Ти, Багир. Хорошо, блин. Оставь, оставь, оставь. Ты чё, маленький? Пойди. Вперёд. Опа! Киара! Киар! Хорошо! Ну подожди, ты тоже будешь заниматься. Хорошо. Хорошо. Оставь. Хорошо. Последний раз. Возьми! Хорошо. Хорошо. Киара, молодец. Чего у тебя голоса нет? Принеси. Хорошо, хорошо. Оставь. Возьми еще раз. И на канат сейчас пойдем. Хорошо, хорошо. Хорошо. Настолько давно не кидал, что спайк забыл. Принеси спайк. Кера. Ведь Кера просто прыгает. А это хватает за яйца, за все, что можно. Оставь, оставь. Такое. Молодцы. Стоп. 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 Киара, нет. Киара, иди сюда. Киара. Нет, спать, стоп. Киара, иди сюда. Киара. Стоп. Возьми. Возьми, Киара. Стоп, спать, спать. Возьми. Киара, возьми. Хорошо, работаем. Работаем. Хорошо. Я тоже работаю. Все работаем. У нас по-другому не получается. Хорошо, хорошо. Спать, ну ты неправильно. Неправильно сделал. Подожди. Тихо. Тихо, 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 тихо. Открылся. Стоп, Киара, оставь. Кю. Блин, стул. Киара! 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 Я сейчас еще упаду со стула. Стоп, Киара! Ай, блин.
Да, давай, ты закрутись ты. Киара, возьми. Киара, нет, Киара, Киара. Возьми. Да ты ж дуб, блин, дубина, а. Хорошо. О, это питбули. Не видя цель, не видя преград. Как и хозяин. Я такой же козерог, упертый, упрям. Хорошо, хорошо, хорошо. Умнички мы. Сейчас, слышишь вы? Просто забил рукой, пойдет. Уже дуть не будет. Стоп, оставь. Спайк, Кера. Вот. Оставь, говорю. Спайк, спайк. Спайк. Ра. Нельзя, иди гуляй. Иди гуляй, спайк. Нет. Гуляй, иди гуляй. Быстро, иди гуляй. Все туда бегут, пипец. Молодцы, видите, сейчас не до разбора. Молодцы. Спайк, много не пей водички. Так, пойдем и вам воду поменяем. Спайк, иди сюда. Красавчик. Молодцы. Ну, молодцы. Так, пойдем. Сейчас щенки все растащат. Так, о, какахи убрать, да? Так, хорошо. Нас. Возьми. Так. Давайте запустим, посмотрим, что он будет. Так. Хорошо, Бакир. Хорошо. Хорошо, хорошо. Потом научится. Хорошо, Бакир. Малой в шоке. Так, давай сейчас на Соньку. Сейчас азарт проснется, подожди. Еще будем тормозить его. Пойдем, тихо, тихо. Еще мячом. Нет, 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 это инструмент. Пойдем. Пойдемте. На вашу реакцию. Не пойму, что делать. А мы сейчас мячик возьмем. Хорошо, Багиры. Так, тебя... Если я тебя отпущу, то до драки может дойти, не? Стопудово. Ну, тебя... Не понял. Один мяч. Один мяч, я не понял. Мухи боевые. А куда? Опа. Прикол. Пробил. Лавочка. Это бабушкина еще лавочка. Я ее подшаманивал. Так, а где мячик? Вопрос интересный. Подожди, Ара. Нельзя! Подождите, они ж позанимались. Я взял мяч. Сначала ж они бегали. Я взял мяч. И положить должен был куда-то туда. А, это хромает, я бегать, конечно, не желаю. А, Аня. И куда я мяч делал, вопрос? Короче, я мяч не могу найти, поэтому повезло. Как раз это хромает, лишний раз бегайте. Не пойму, куда. Кто-то забрал. Может, я на веранду положил, а они забрал. Спайка не забрали. Нету мяча, одним словом. Все, тихо, тихо, тихо. Молодец, Багира, занимаемся. Она у нас, да, еле-еле. Хорошо. Прикол, мяч потерял. Только если по камерам посмотрю, где. Ну что, мы тут смотрим на реакцию, отпусти. Тихо, не прыгай, не прыгай. Вон, играйся. Вот
Сегодня молодец. Не кипишует. Блин, я, знаешь, достану немного. Тихо, играюсь. Да тихо. Нельзя. Нет. Прикольно возбудить. Нельзя. Иди сюда. Джессика, Валер, иди. Джессика, иди. Ну ты чуть не задралась. Нельзя. Возьми, Багира. Молодец, Багира. Ну все, Джессика, молодец. Подожди. Хватит на меня прыгать. Сбанит. Нельзя. О, смотрите, все-таки питбуль, да? Нельзя, нет. Молодец, Бань. Нельзя. Молодец, Багирка, хорошо. Нельзя. Джесси, ну подожди. Вот угол, да? О, после GoPro маленький. Нет, все. Бегай вон с собачками. Сбаниты чуть не закусились, прикол. Ибо нитка ее что-то не взлюбила. Видео. Короче, завтра занимаемся щенками, надеюсь. Сегодня вот со взрослыми, завтра с ними и на удочку, и к канату приучим, и к мячику приучим. Ребят, ну не успеваю, давайте уже, раз и мяч не нашел уже, спокойно. Потом. Ну вот видите, Джессику уже нельзя отпускать с девочкой. Молодец, Багирка, молодец. Хорош. Ты уже долго не засекал вот это, ты видишь, ты лучше засекай. Но от бониты я кайфую, прям реально кайфую до невозможности. Все. Свет не включай, а то тут бардачело, одним словом. Все, нельзя, не прыгай. А куда мячик добился, да? Да подожди, ну что ты на меня прыгаешь? 550 раз. Все, уже по... Так, еще раз прыгнешь на меня без спросу. Возьми, Багир. Да не туда, Багир, нет. Багир, оставь. Возьми, хорошо. Нормально возьми. Молодцы. Бонита, ну какая она красивая. Если на Sony все снимать, совсем другие кадры, совсем другие впечатления, да. Да, радио. Я хочу бонитку заснять, как я ее обожаю, насколько она офигенная. Просто кайфую с ее морды, со всего. Чувствует, что она старше, видите? Подгазовывает сразу. Офигеть, она поняла уже, что банда тут не одна, она надо за себя стоять. Бонька, Бонитка, не прыгай на меня. Молодец. Все, Багир, оставь. Иди сюда. Нет, Багир, иди сюда. Иди сюда, Багир. Багира, нет. Иди сюда, иди гуляй. Багир, иди гуляй. Тихо. Вся в этом. Нельзя, нет. Нет. Без морды. Нельзя, нет. Нет, мордовороты, да? И все.
все туда. Не пойму, где Багир, а не слева араб. Сначала подумал, справа араб. Мышцы все-таки у Багира побольше, да. На задних ногах. Погода в доме, а все другое, суета, есть я и ты. А все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Распелся. Есть и я, и ты, а все, что кроме. Так, на GoPro снимаем и завершаем сегодняшний ролик. Все. Надеюсь, без ЧП. Сейчас их раскидаю. И все, сейчас вот эти какашки уберу, это гонять. Так, я что? Я как обычно ни хера ничего не сделал. Все по чуть-чуть. А что делать, блин, по-другому? Так, ну я сейчас постараюсь домой не заходить дальше, поработать у Спайка. А, в том Валере сделать, короче. Тогда надо закрывать. Снежка так и... Ой, извиняюсь, не пришла. Бегала, моталась там. Все, короче... Да! Хватит на меня прыгать! Хватит на меня прыгать, говорю. Вот так, стой, я тебя буду гладить. Чистки мусорные движения. Задолбали. Так, все, закругляемся. Спасибо, всем пока. Не, так, ненадолго только, да, пока. Поэтому смотрите дальше. Все. Ну, так. Вот уже умнеть начал. Уйди, 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 уйди. Ну, Багирка умничка. Спокойно, Багирка ум. Да куда ты лезешь вперед паровоза? Не люблю сильно вот навязчиваться. Со всеми. Так, отстань от меня. Араб, ты тоже выпрямься нормально. Стоишь как... Араб. Короче, все, хорэ. Давай. Джессика, Валер. Джесси, Валер. Джесси, Валер. Валер. Так, теперь что у нас? Вы гуляете еще, ладно, не мешайтесь пока еще. Хочу сказать, что Багирка у нас умничка. Просто золото. Послушная. Такая, молодец, моя девочка, моя. Моя солнышко. Молодец, Багирка. Красотка ты наша, красотка. Все, все, только не иди сюда, малышка. Дайте я покурю. От бониты я кайфую. Вот честно говоря, смотрю на нее, а что-то вот происходит со мной. Настолько мне она нравится. О, эти решили покушать. Молодецки, молодец. Молодец. Моя умница. Молодец, моя девочка, умничка. Багира, не надо. Ребят, Бониту никогда не отдам, ни за что. Обожаю ее, просто обожаю. Характер мне ее... Нельзя Бониточка, нельзя. Дети, да, все им хочется попробовать. Барби умничка. Котята тоже что-то замяукали. Сейчас и с вами позанимаемся, молодцы. Как жаль, что я один, а, как жаль, что я один. Все, пипец. Ну, я стараюсь... Уделять им времени. Но все-таки мало. Сейчас, сейчас. Ой, волки там, ой, блин. Короче, ладно. Ну, посмотрите на мою солнышко. Она все не может от рулетки отойти. Бонита. Нельзя. Нельзя.
Кайфую я от них, да кайфую. Бонита как Халк, будет коренастая. Бониточка. Барбичка моя. Нет, 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 нет. Нет, нельзя. Солнышко мое. Это все ждет, когда команда будет может. Все зарулят. Нет, нельзя. Я их так люблю, пипец. Все, нет, нет, Барби, нельзя. Все, давайте я их закрою, накормлю и дальше, а то я уже остываю. Араб, ты тоже, я тебя вижу. Это араб стоит. Араб, араб, нет, нельзя. Нельзя, нет, нет, Бонита. Арабчик. Нет. Все, давайте. Вот эту красоту хочу, чтобы вы посмотрели. Оценили мою барбоську. Мою любимую девочку. Мою красотку. Нет, не идите. Все, я выключаю, я закрываюсь. Пока. Ух, что-то там тихо. Бонита, Бонита. Нет, Бонит. Бонита. А нельзя, говорю. Да, не зли меня. От любви до ненависти, ого, по один шаг. Не зли. Нет, Бонит. Будь умницей, молодец. Бонита, ну встань. Мы тут обнимаемся с моими зайками. Мои зайки. Мои зайки, мои девочки. Мои красавицы. Мои девочки. Обозяюсь. Ой, как я вас люблю. Мои прелести, мои сладкие, да, тише, тише. Бонит, не надо ушки. Ушки не трожь свои, ушки не трогай свои. Моя кукла, мои куклы, Барби у нас на пруд. Так, все, пойдем, Валер, молодец. Айу, Барби, Барби, иди сюда, Барби, иди сюда, Барби. Иди, моя девочка, иди. Иди, Валер, моя зонка. Все, все. Мои ляпочки, люблю вас. Идите, 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 Валер мой. Ну, Бонит вообще обожаю, как ребенка своего. Мои девочки. Одна, думал, уже все, еще волков. Ладно, все, погнали. Работаем. На оба, именно на волк. Прикол, Снежка, ой, эти начали гавкать, Луна там была, она с ней была, прикол, и не тронула ее. Я вообще в афиге вся, Снежка, отвечала, Луна с ней была, прикол, за вагончиками, и ушла Лунка. Прикол, а могло случиться, что, Луна не тронула, прикол, ну это так, за туда-сюда и тронула. Идем. Все, 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 все. Дайте мне сосредоточиться, дайте. Да нормально, нормально. Да пойдет, пойдет, брат. Как обычно. Работаем. Ага. Мои досладкие такие, мои холоси такие, мои вы персики, мои вы персики мои, мои вы персики, мои вы персики мои, чувствительные. А Луна, а Луне пофигу. Ой, ой, да, да, да. Да, вы любите меня. Все, ладно, давайте, мне работать надо, все. Не работать, няня. Не работать, няня. Няня, работать. Работать, няня. Все, молодцы. Мы... А, все. Все, по попе, аяврик получит, по попе, по попе, по попе, по попе. И колобосика полюбит, колобок сам себя развлекает, молодец. Все, Луна, ну тормоза, все. Давайте закроем вас, отпустим котят. Или нет, доработаю потом, пусть волки походят. Козявок моих еще сниму, колобок нашел. Ненужную игрушку, это можно. Тягать. Ой, секундочку. Ой. У Яврика тоже свои игрушки, да, Яврик?
Довольный сегодня. Лунка отобрала игрушку, все, кранты, Луна. Вот такие потягушки у нас, потягушки. Да люблю я их, да люблю. Это семья, как их не любить? Мои пупсики. Заигрывает, хочет, чтобы колобок у него забрал, а ему все равно. А ты забери колобок. Мои пупсики мои. Мои пупсики мои. Мои. Все-таки колобок решил расправиться с волками раз и навсегда. Колобуська. Ты мое солнце мое. Опа. Ты что, говорит, забрала у меня игрушку мою. Офигела. Шерстяной в объектив не помещается. Любит, любит она колобка. А колобки? Вот что значит, да, волки, волкособы терпят дворняжку. Она издевается над ними. Ну, часто кусает их, а они, смотри, ничего в ответку не делают. Подожди, колобок, это светлый мальчик. Ну, сейчас отпущу и вас отпущу. Что, я аж не могу за всеми. Сейчас отпущу. Все, это был вызов. Колобок этот вызов принял. Хотел мячик забрать, он за сеткой. Прикол. Обломчик. Интересник. А я врек, не шугай детей. Не дают, да, поиграться. Все у питбулей, да? Под... Так, ладно, я работаю дальше. О, мне еще на апоте, по высоте, оказывается, надо бы еще здание размеры взять. Я сейчас пойду забираться и высоту мерить. Нет, 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 лут! Нельзя, нельзя, нельзя. Моя сладкая. Все, ладно, их можно бесконечно снимать. Любоваться ими. Все, я пошел. Точно. Луна! Я вижу. Так, я пошел. Луна! Ну, оставь один карандаш остался у меня. Нельзя, я прям. Ты че? Алунка, ты че? Ты че? Ты че, привет? Короче, Луна подставляется Спайку. Прикол? Спайк паркнул, что-то кашляет. Да, да. Ну да, да. Луна Спайку подставляется, офигеть. Короче, а Яврик нервничает, она... Да что с тобой, Спайк? Вроде не кашлял так сильно. Наверное, перегрелся, и потом холод резко. Уже вечер же был. Все, нельзя. Нет. Луна хочет зайти к Спайку. Прикол. Нельзя. Нельзя. Так, надо Луну закрывать, чтобы Спайк зашел внутрь. Так, все, легкое утепление сделал. Ну-ка, чтоб оттуда не дуло насквозь. И будки поднял. Уже будет тепло, эти дни у нас теплые. С кошаками сварщики выйдут. Я хочу сварщиков нанять, чтобы они там... который наш вид, попрошу, чтобы сделали мне там все из железа быстренько. Я уже подумал, я знаю, как сделать. Я хотел сам сделать. Но, блин, но у нас еще теплые дни. Более-менее. Сам лезет Валер. Идите, Валер, идите. Молодцы. Все, кошек отпускаю. Я всех покормлю. Кошек отпустим. Мои золотцы мои. И пойду мерить еще и на высоте в темную, пипец бы. Давайте вы тоже выходите. Завтра 8.30 приезжает септик делать, и все начнется тоже. Движуха. Снежка думает, что я весь день гулял, а что у меня?
Ничего мне не надо. Так, где мой карапуз? Вот он, мой карапузик. Все, ребята, я не включаю больше. Все, если только что случится, дай больше. Короче, ничего не будет. Все, давайте. Мне некогда. Трактор привезли, чтоб на утро уже был. А я усё. В смысле, я не усё, я дальше работаю. Просто новинка, новинка. Пойдем. Кальций с кормом. Араба ведем сюда, чтобы он покушал и девочку. Пойдем. О, ну уже к себе притащил. Валер, араб, Валер. Араб, Валер. Пойдем, пойдем. Покушать надо перед сном. Молодец, Джессика. Молодец, кыш-кыш. Молодец, молодец. Ты доволен. Молодец, кыш-кыш. Кыш-кыш. Ой, красавчик, кыш. С помощью замка есть я и ты. А все, что кроме и ты. Чтоб забил. Да. Какой прогноз, какие непогоды. Видимо, Спайку не надо заниматься, когда он лечится. Араб не поел, потому что ему не дали. Он сейчас кушает отдельно. Кушай, кушай. Приходится стоять, а то за мной бегают. Не кушай. Джесси! Молодцы, кушайте. Котят не трогает араб. Два черных встретились. Котенок подошел, понюхал его сзади, отвечаю. Оба боятся друг друга. Но котенок смелее. Пойдем, пойдем. У араба хвост чуть-чуть закругляется. Вот я не пойму, это что, мусса передает, что ли? Смотрите, пришел кушать. Давай, некогда мне. А ну, стой. Давай, стой, стой. Глянь, стой. Араб, стой. Глянь этого хвостика. А, да, в принципе, не нормально. Фу. Молодец, а то я запереживал. Да? Да не, нормально, хвост. Просто у него длинненький такой. Все, понямнямка. 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 Ушки красивые у него, ушки красивые. Пойдем. Давай, пошел в вольер. Девочкам приставать не надо. Валер, Валер. Араб, 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 Валер. Багира, Багира, Багира. Давайте, Валер, Валер, Багир. Араб, араб. У тебя еще скоты, что будет. Валер, Валер, Валер. Иди, араб, Валер. Араб, иди, Валер. Валер, араб, Валер, араб, Валер. Молодец. Че, вы деретесь, да? На козявочке. Еще надо пойти высоту мерить сейчас. А чтобы снять размеры, надо распечатать, чтобы там вписывать. Так что погнали. Короче, вот. И зачем ты сюда пришел, мальчик мой?
Вот так, убегай. Кто-то дерется. Там уже город видно, вот с третьего этажа. Кстати, отсюда видно, что криво залито. С этой стороны вышло чуть. Так вот и живем. Уже бумага влажность набрала. Все, я выключаюсь. Все, теперь я по-настоящему свободен, не трожьте меня, дайте я покушаю, включу телек и посплю, как человек. Все, всем пока. Такой вот я чистый. Все, давайте, всем пока, спать всем пора, спокойной ночи. Все, я готов, прикол, пошел купаться. Только обмочился и колонка, что-то у меня с колонкой, короче, пришлось без шампуня, не смог включить, короче, вытерся, ну, уже свежее, стираемся. Мы никогда, да, не закончим блог, ну, ладно, давайте, давайте, еду кушать. Пойду ингаляцию спайку сделаю еще раз, сука. Так, и новую взял, эту дозу 250, как и положено. Тут по 125 было, может, не хватало. Сейчас сделаем все. А парень, теперь котята выйти не могут. Туда зашли, обратно не могут. Давай, сидите дома. Все, всех подшлявал. Мои гляси, мои холюси.